да, речь шла о 80 тысячах франков за две недели, так? Да, включая мелкие расходы. Ну не будем же мы мелочиться за газ, за что там еще. Словом, прибавьте еще 20 тысяч франков. Я не говорю о канализации. Ну так это все-таки получается 100 тысяч. Да, я не говорю о канализации. Хорошо, выпишу вам чек. Выпишите. Поклялся головой своей матери, что вы будете беречь мою квартиру, как зеницу ока. Клянусь, мадам. Нет, клянусь. Что? Мадам, я крайне сожалею. Что вы наделали? Ну что вы наделали? Ну это же моя любимая баночка. Это память детства, да ну? Я дам склеить, мадам. Говорил, что мне в высшей степени неприятно слышать от тебя имя Калибера, поскольку я не могу не знать, что он твой любовник. Любовник? Какие сразу слова? Вот. Ты мой любовник. А он знакомый, помогающий справляться с моими жизненными трудностями. Подожди. Ты говоришь? Конечно. А хочешь, чтобы я женился на дочери твоего любовника? Да. Причем ты по-прежнему остаешься моей любовницей. Ну, конечно. Что же в таком случае аморально, если не это? Еще раз повторяю тебе, что он мне не любовник. Но поскольку мы вдвоем с тобой не сможем существовать ни на мои заработки манекенщицы, не на доходы от твоих картин, которые не продаются, то я вынуждена. А вот когда ты женишься на его дочери, у тебя будет много денег. И тогда всеми моими проблемами с
смотрите на эти вещи под таким углом зрения, то здесь есть определенная логика. Ой, как же я хочу, чтобы все поскорее устроилось. Аперитивчик, чтобы, так сказать, прийти в чувство, успокоиться. Может быть, капельку портвейна или чинзал. А может быть, мартини. Широкий выбор! А?